Мета. Одним из самых сильных билдов на данный момент вот мне скрейпи нравится. Ими мало кто играет почему-то, но они сильные. Скрейпи, мехи. Так, пака я пока держу, потому что от второго пака от него много урона. Поэтому я его пока держу. Минусы, конечно, то, что 4 мехов сложно собрать. Потому что тейчесы и гирокоптеры — это леги. То есть пока их соберешь, заебешься. Раньше по-другому они работали, то есть раньше они не взрывались, вот как сейчас, да? Раньше там, насколько я помню, реген был у инвенторов. Вот. Что-то ассасины просели, как-то мне ассасины раньше нравились. Ну и сейчас вот рыцари очень сильные, скрепи. Биг тайм контракт мне тоже нравится. Я стараюсь чекать, кто чем играет. То есть я вижу, что через скрепи никто не играет. Значит, можно им поиграть. Вот. Стараюсь, то есть, чекать информацию, билды. Охотники тоже слабые, но охотники уже, в принципе, давно слабые. Маги мне тоже не нравятся. Вот челик на магах как раз. Но маги реально слабые, то есть они ничто не пробивают вообще. Они не рыцари, не пробивают никого. Вот, но маги очень слабые. 4 скрепи, то есть у нас все скрепи реген получают. С 6 скрепи все союзники будут получать реген. Еще сюда, конечно, зашли бы чернокнижники. Но это потом я алхимика найду и еще второго чернокнижника какого-нибудь. А, ну Радка у меня босс 2. Наверное, стоило с этого начать. Я несколько раз уже доходил до босса 2, потом с него слетал. Потом опять до него доходил. Я, наверное, пока останусь со 2 снайпером. Попробую все остальное апать. Еще алхимик мне нужен. Кто-то у меня алхимика украл. 14 ход уже, кто-то вылетел. Ливнул, наверное. Так, пока 7-2, более-менее пока идет. Я некоторое время не играл в Underlords, и сейчас вот вернулся. Ну, нормально вроде, пока я мету прощупал, так сказать. Пока нормально заходит. Ульта, конечно, у снайпера бомбовая. Тоже раньше снайпер не был в скрепе. Его потом сделали в скрепе. Ой. Компендиум ввели. Тоже вот раньше компендиума не было. Я вообще в доту не играю. Я специально купил компидос в доте. Чтобы поиграть в Underlords. Ну, Underlords захватывает, конечно, охеренная игра. 15-й ход. Закупаться я не буду. На экономике посижу. Клокверка еще нет. Клокверка, алхимика. Ну, про Тейчеса я молчу. Тейчес он слабый, то есть. Он мне не нравится. Он мне и раньше не нравился. Вот тут главное не забыть на 15-м ходу переставить, потому что... То есть местами переставить стенку и стрелков. Потому что эти волки, они перепрыгивают, как ассасины. А тогда скрепи прикольные, они мало того, что сильные, но еще прикольные, просто мне нравится ими играть. Челик 6 хантами играет. 6 хантов — это, конечно, прикольно. Редко такое видел. Возьму брейсер. Мне нравится вот на тинкера. Чтобы он ракетками спамил. Тинкер у нас живучий, в стенке стоит. 6 уровень пока достаточно. О, вот и алхимик. Правда, он мне пока не нужен. Ну пусть будет тучку кидать. Тут есть такая тема у скрепи, то что
когда у тебя меньше юнитов, чем у врага, то удваивается реген и армор. То есть нам не имеет смысла, в принципе, быстро уровень апать. Третий акс у врага, но я думаю, что это не проблема. Точнее, я надеюсь, что это не проблема. Ну да. Все четко. Я до этого топ-2 занял, через воинов играл. У меня там 6 воинов были, чернокнижники. Ну, конечно, для топа-1 не хватило урона. Шестой скрепи. Но я не буду его пока ставить. Так, БХ. Не, я хочу пака пока оставить. Я не буду клокверка ставить. Шестой скрепи мне не нужен. Там, в принципе, вся разница, то, что с шестым скрепи у тебя все будут юниты реген получать. А у меня и так только скрепи. Ну, типа такое. Просто шестой скрепи мне не нужен. Снайпера убили. Ну ничего, нормально. В этом есть плюс. То, что снайпера сделали скрепи. Потому что он тоже реген будет вот этот получать. То есть как бы потанковитее станет. Пак уже начинает свою силу терять, кстати. Можно будет пака скоро менять. Мы сейчас посмотрим. Блин. Клокверк. Я хочу пока пока оставить. Винстрик 4 у меня. Ну, да, у меня и в самом начале там винстрик был. Мне, в принципе, еще в авточезе мехи нравились. Но в авточезе там чуть другие мехи были. Бля, я проиграл раунд. Сука. Обидно. Почти выиграл. Минстрик меня сбили. Все равно на первом месте остаюсь. Меня не сильно продамажили. Что характерно, тут через ассасинов никто не играет. Ну реально, ассасины слабые. Опа, на вот у нас Баунти Хантер 3. Реально, ассасины слабые. Охотники тоже слабые, но тут 2 чела через охотников играют. Я не знаю почему. Но реально, охотники слабые. Я не хотел апать снайпера, но, наверное, я буду. Что-то слишком часто он прокает. Дум на пака повесили. Бывает. Сейчас третий Баунти Хантер затащит. Очень много маг урона. То есть скрепи, они тоже с магами заходят хорошо. Я пробовал вот играть. 3 мага и скрепи. Ну, тоже такое себе. Опять же, вот ЦМ-ка, да, хорошо бы зашла, потому что много магического урона. Но куда я ЦМ-ку поставлю? У меня просто для нее места нет. Много снайперов прокает, несмотря на то, что у нас 2 ханта тут. Бля, ну ханты, конечно, слабые, пиздец. Сука, урсы не люблю, они очень сильные. Один дохнет, и второй ебашить начинает. Но с урсами, кстати, нормально расправляются мехи. Ну да, нормально.
Как я сказал, я уходил на некоторое время из Underlords. И вот недавно вернулся. Не-не, у алхимика побольше атак спид. Я в алхимика положу, наверное, Sacred Relic. Отлично. Второй клокверк. А теперь можно выкинуть пака, действительно. Так, и надо будет левел дапывать. Хотя можно, кстати, и с шестым сейчас посидеть. Шестой левел, в принципе, пока нормальный. Ебать, там Сларк наваливает. Ну похер вообще. Я туковитый. Конечно, меня порадовала вот эта новая обнова. То, что скрэпи теперь такие сильные. Такие типа нереально сильные. И что еще хорошо, ими мало кто играет. На скрэпе. Ну вот у меня сомнения есть, типа, насчет лейта. В лейте скрэпи не очень. И плюс я экономику не очень хорошо контролирую. Я как-то постоянно трачу деньги, то есть... С экономикой у меня не очень... У челиков там по полтиннику, а у меня только 21 голда. Опять челик с третьим аксом, у меня против него вроде попадался. Должен выиграть, по идее. Я должен выиграть. Третий акс, он, конечно, живучий, но и урона особо не имеет. Бля. Изи. Тащит, конечно, вот этот брейсерс. Не зря я его в тинкера всегда вставляю. Надо будет левел потом апнуть все-таки. Это у челиков уже восьмые, а у меня только шестой. Я прям сейчас апну. Тимбера выставлю. Еще можно биг тайм контракт использовать. Поставить какого-нибудь варлока и в какого-нибудь снайпера биг тайм контракт. Но тут у меня биг тайм контракт не прокнул. Изи. Вот это, кстати, маг был. Маг с синами. Странное сочетание. Тут есть челик с шестью варлоками. Вот шесть варлоков я еще не пробовал ни разу. Ну херня, мне кажется. Ну, давайте второго снайпера поставим. Шесть варлоков, мне кажется, херня. Вот это тот челик с шестью варлоками. У него СФ третий, варлок третий. Посмотрим, насколько ему это поможет. Ну да, он выиграл. Бля. Ну ничего, бывает. Ща его кто-нибудь выебет. А Егис мне вот нравится, я люблю Егисы тоже собирать, я бывает с двумя Егисами сразу играю.
Так, клокерка вперед выставлю. Снайпер сильный, если по нему еще так спит, конечно, побольше бы был. Вот сюда бы еще этого варлока второго. Но варлока я даже не знаю, какого взять. Сейчас снайперы ультанут. Тут, конечно, мисы жесткие вот этих птиц. Изи. Конечно, меня радует ульта у снайпера 2000 урона на втором уровне. Рефрешер. Может, брейсерс еще один. Я рефрешер в снайпера засуну, чтобы две ульты давал. Так. Закреплю пока, чтобы деньги не терять. На следующий уровень тинкера куплю. Тут заход не очень хороший. Мало скрейпи проклят. Бля, ну почти. Ну почти. Все равно на первом месте. Охуеть, я тут единственный 7-го уровня. Пока что ждем. Еще обратка мне нравится, потому что живучие юниты очень ускрепи. И очень много урона успевает обратка выдать. Дуэль снайперская. Ну, конечно, я выиграю, у меня же два снайпера. Я, кстати, ни разу еще 4 меха не собирал. Так, попробую варлока поставить второго. Дизраптор с рефрешером. Он должен быть живучим под бафом от скрэпи. Ну посмотрим. Я надеюсь, что он будет живучим, по крайней мере. Четко.
Наконец-то, 29-й ход, я только сейчас алхимик апнул. Пиздец. Не буду алхимика дальше апать, наверное, пока с таким останусь. Буду другие фигуры покапать. О, челик на рыцарях играет. Вот сейчас посмотрим, отпишу рыцаря или нет. Потому что рыцари, они в лейте очень сильные. Не, не отпишу. Обидно, ну рыцари, они реально в лейте сильные. 20 урона, прикольно. Я думаю, вот этот рыцарь тут выиграет. Потому что реально в лейте они жесткие. То сейчас динозавры будут, да? Динозавры тоже жесткие. Их я, наверное, не выиграю, скорее всего, как правило, проигрываю динозавры. Возьму вот эту фигню, чтоб юнитов подешевле покупать. Какого хуя вообще? Почему столько врагов лоу-хпешных? Капну левел. Бля, против рыцарей кинула. Фигово. Против самого сильного кинула. Ясно. Будет, короче, топ-5 у меня. А, ну топ-4, ладно.
Это плохой заход у меня был. Мало прокола скрэпи. Поэтому я не смог быстро собрать. Хотя бы тут 4. Слушай, все равно это одна из моих любимых страт сейчас. Блять, ничего не дали, плюс 0.